Они встали потом вниз города на Арнольдовой дороге и без засвета, потому что у них сразу эстеха стояла в кустах, и без засвета положили нам... то есть хедикам не дали выйти. Поэтому мы второй раз такую ошибку не совершим. То есть они очень хорошо сконтрили вот этот наш деф. Я не знаю, может быть, хевиков пустить сразу в город и проломить его агрессивно. То есть я знаю, как они, в принципе, будут играть. Но если только они меня вот удивят. Ну давайте, наверное, все-таки агрессивно сыграем. Хевики, идите сразу в город. Можете, в принципе, вот отсюда, из этих вот кустиков на А5, поработать в этот, в прогон. Не будет, куда? Не будет, не увидим. Не да. видим. Вот, ребят, не в прогон, а в берег, вот сюда, где у них сейчас светляк набежит. Неор, ты заходишь в кишку, у тебя все хорошо с респом. А с Рабат куда? Абат, соответственно, живет вот здесь вот долго и нудно. Понял? И мне не нужно сюрпризов о том, что ой, они пришли через перевал. То есть, понимаешь, да? То есть постоянно агрессивно поднимайся и постарайся выжить, дойти обратно. Ясно? Ну давайте одного хэвика оставим, там последнего. Бух-бух. Где его оставим? Тут, в кустиках, вот левее меня, за домиком, вставай. Все так остальные куда... по нулю пошли. Д встали, да, на нуля? 10 свет. 10 секунд. Арта. 5. Еще. Свети с Тэшкой. Свети, выходи. А, за камнем. Кинул. Да, буду давить 0. Блин. Ну, кто-то работает. Неур. Да, поисковик кто-то долбанул. Отлично, Арта. Кто еще? Да Неур стреляет. Давай, Неур. Ну чё, хэвики двигают на ноль астро? Да. Лобоуха будет астро. Лобоуха тоже ухожу на ноль астро. Пока нет. На кишке кто-то есть свет? Нет. На перевале кто-то есть? Не, никто не светил. У тебя писечка срабатывает? Нет. Вообще не срабатывает? Вообще никого нет, да? А до куда ноль идет? Он на стэшку ездит. Две штучки. Он две стэхи. Так, давайте их, Арти. До переслед. Астра, да куда ноль проходит? Очкую на четвёрку. Нор идет вот сюда. Под эти дома. Я же сказал, строим елку прям там. Свет, дай кишкай, дай. Борзей. Арта сведена наша. Угу. Хевик с базы, иди туда же в город. Херти. Там будет все решаться. Видишь, ломают деревья, Арти, да? Хотя, о, может, знаешь... города уже с Арнольдовой лупят. Может, там в ноль, да? Зайти, Астра? Да, в ноль зайти, так я же об этом и говорил. Так все встали под домиком. Сейчас Арта уже накинет, блин. В ноль, входим в ноль. Выходите. Входим туда, иначе Арта там просто вас размешит. Вот и сейчас заходим. Заходим. Устройте елку, ребята. Вам там не страшно. Все, отлично. Под Артой да, работать. Есть на этом. Отлично, есть прострел у нас. Парни, забирайте вот эту четверочку. Хорошо. Дальше, не даем им выходить. Сейчас эту позицию держите эту позицию у них. Забрал. Все, отлично. Держать позицию эту, так держать. Не давайте ушел. Продвинуться. В карман не давить, просто держите эту позицию, парни. И под арту не вылазить. Все, стоим, ребят, все. Стоп, под арту не вылазить. Да. У нас арта работает. Стешка, можешь работать спокойно. Блин. Бат пошел, Вадя пошел. Так, быстро спустился. Спустился. Еще дело. Вниз. На перехват. Делаю. Меня сейчас забирать будут. Ребята. Отходи. Верхний, ребята. Никто тебя не заберет. Мы верхний, здесь. Парни. Здесь мы, ребята, здесь. Вот эти вернитесь. Разменяй, не ссы. Асла, здесь не выйти. Давай входим в стэк. Да, входите в стэк. Забирайте вот эту стэшку, которая снизу. Береговую. Арти, не даем выйти ей. Все, ну, можно похоронить на бочку. Забираем. Отлично. Супер. Все, бой выигран. Без лишних потерь. Братцы. Перевал, да, может сгонзать. Помочь да. Вот здесь астро нужно. Вот где? Здесь помогите. Да, сложит. Вот сверху, да. Вот этих буду кушать больше. Крутого. Прямой на 900, да. Забирайте его. Не теряйте машину, ребята. Не теряем. Крепленый вышли с боя 5. Иди. Прикрою. Нет, куда? Эстешка. Ребят, молодец. Тараном. Отлично, все, вышел. Руса вышел из боя. Нет, Руса вышел из боя. Блять. Вижу их 5. Боже, там арта, терпите. Давайте в ноль. Ну что, согласитесь, парни, красиво я их прочитал, да? Хорошо снял хэвиков, усилил вас там.
Арту. Заберу. Тот поет, тот говнюк, тот подлец, тот днище. Заберу 268. Мамонтов еще раз. Мы мамонтов в сухую не выигрывали, поэтому вышли все. Кикнуть с клана на короче, Азарт остался, отдастся. Даламар остался, Гестокас остался, не стал. Куда ты лезешь, Бухач? Бухач, не сбей меня. Джонни, аккуратно. Ушел из боя. Вышел, Джонни, вышел из боя. Блин, забей. Ты шка закрываешь, обзор. Шка стоять. Не дай бог ты, гаденыш, полезешь туда. Тебя убьют как раз. Вкатывайте, все. Помогите Гесу срочно. Ой, нет, я просто... Пробивайте же, ребят. Забираем четверочку. Ну, проедем. Не лезем, Аксариум вышел из боя. Да я. Куда я? Все. Сухой парк. Как один на базе. Вот как-то так играет Арм. Он там стоит. А, шотник там. Там Джонни, не отдайся сейчас, пожалуйста. Джонни, выйди из боя нахрен. Издевается? А не, он... Джонни. Брутал тоже назад. О, хорош. Ну чё, парни, 15-0. Я не помню, мамонты, по-моему, у нас ни в копилке не были еще, нет? Не были. Поздравляю вас, господа. Да, так играет Радарм. Всем здорово, чё, вышли? Ну, полбоя ездил там за СТшками, Астра охранял. Вообще без дамага, блин. Ничего страшного, это без проблем. Да нет, 15-0, мамонты. 15-0. Красавцы. Мы вчера, в принципе, то же самое могли бы сделать.